Всем привет! В эфире первый в Узбекистане рок-видеоблог. Поехали! Группа All Tomorrow's Parties выпустила предальбомный сингл. Он называется Motion Sensual Life. Песня получилась очень живой и с гаражной атмосферой. Этот трек войдет в их первый альбом, который вы сможете послушать уже этим летом. А тем временем группа Basket Case тоже занята записью своего альбома. Ребята сообщают, что работают сейчас уже над вторым треком, который называется «Сумасшествие». Возможно, в альбом также войдут треки из демо-альбома, но уже в новом звучании. 22 июня нас ждет закрытие 6-го сезона Ильхом Рокфеста. Готовьтесь к настоящему потоку рока! А теперь новость для тех, кто любит потяжелее. В Ташкенте появилась новая группа Alien. Это новый Doom Metal проект. И участники вам наверняка знакомы, если вы знаете такой коллектив, как Spirit Experience. В группе поет Корзников Петр, на гитаре играет Ким Андрей и Волков Эрнест, на бас-гитаре Садыков Филипп и на барабанах стучит Волков Владимир. Будем надеяться, что в скором времени нас ждет качественный, кочевый Doom Metal. Ну и в завершении группа Фомальгаут выпустила свой новый альбом под названием «Развлечение». Уже в сети можно послушать три их трека под названием «Бесконечная игра», «Я вернусь» и «Самолеты». Ну а остальные песни можно послушать, только купив оригинальный CD. Это были новости рок-музыки в Узбекистане. С вами была Сабина. Увидимся! Лишь 10 граммов, 10 граммов ЛСД вернут на место жизни острова. На подоконнике что-то может быть, трава.
туда же гавани, нашему кораблю всплывают призраки города, которого я люблю, города, которого